На заседании антитеррористической комиссии региона губернатор края выслушал доклады. В своей речи заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД Приморья доложил, что на территории региона снижается количество преступлений. Оперативная обстановка на территории Приморского края характеризуется снижением регистрации преступлений в общественных местах на 16,3%, а также на улицах на 16%. В структуре совершенных преступлений в общественных местах отмечается снижение тяжких и особо тяжких преступлений, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, мошенничеств, угонов, незаконного оборота наркотиков. Губернатор Приморья обозначил, что необходимо проводить культурно-воспитательную работу с молодежью из стран Центральной Азии. Для достижения указанных целей необходимо создать агентство по миграционной политике. Проводить отбор поступающих сюда людей, их формирование, требования и к организациям, которые заказывают мигранты, и к тем людям, которые побывают, может быть, на той стороне проводить. Значит, проводить в странах, откуда идет этот поток. Вот, то есть, с тем, чтобы уже здесь потом нам не вылавливать, а мы понимали, значит, о том, что человек, направляемый в Приморский край, имеет работу, имеет телефон, имеет место проживания, вот, гарантированную заработную плату, он стоит на учете, и тогда, значит, мы распределяем. Поэтому мы переговорили с генеральным консульством Узбекистана, вот, то есть можно с остальными, значит, с Таджикистаном переговорить, с Кыргызстаном по таким же направлениям и формировать уже такую выверенную политику. Олег Кожемяка добавил, что также необходимо создать совет по межнациональному согласию и миграционной политике, чтобы обеспечить предметный контроль миграционных процессов на территории Приморского края. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.